Итак, как сделать карточку вот такую в PowerPoint? Значит, нам нужно будет квадрат вот такой. Это вставка фигуры. Прямоугольник со скругленными углами. Если удерживать Shift, то у нас будет квадрат. Нам нужна такая же копия. Ctrl-C, Ctrl-V, либо Ctrl-D. Кто как привык. С этой стороны у нас будет рисунок. Его нужно вставить. Вставка рисунки с этого устройства. Ну вот, Буратино. На этой карточке мы должны подписать. Буратино. Сделаем покрупнее. Так, теперь нам нужно сгруппировать вот этот рисунок и прямоугольник. Это я привыкла Ctrl-G нажимать. Также можно вот работа с рисунками, формат группировать, выбрать. Теперь нужно анимацию сделать для этой группы. Так, это нам больше не нужно. Группа. Анимация. Добавить анимацию. И тут дополнительные эффекты выхода. Нам нужно найти свертывание. Посмотрим. Вот так. А для вот этой картинки нам нужно сделать анимацию, другие дополнительные эффекты входа. И здесь у нас будет растягивание. Вот. Теперь нам нужно вот эту поместить за Буратино. Это значит, нужно формат переместить назад и вот так задвинуть. Теперь у нас вот эта группа должна анимация происходить по нажатию на триггер. Да, мы не здесь, вот группа 14. А входить прямоугольник должен после нее. Это значит, нам нужно выбрать после предыдущего. Ну вот. И теперь посмотрим. Вот такая красота получается.